Отечественной войны на сумму 342 751 рубль 45 копеек на средства экономии в 2016 году. И учить вашу добавить. Были обращения с просьбой отремонтировать квартиры, соответственно, прошу согласовать косметический ремонт квартир ветеранов. Вопросы есть какие-нибудь? Ну. Сметы предлагаются, адреса и все это имеется. Нужно ознакомиться. Кто-то хочет выступить? Ну, девичьи, вам тогда скажу. В соответствии с частью 6 статьи 1 закона города Москвы номер 39 и постановлением правительства 12 сентября 2012 года номер 484 ПП и принимая во внимание согласование главы управы района Бирюлево-Восточного города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево-Восточного решил: первое. Провести дополнительные мероприятия по ремонту квартир инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны до участников Великой Отечественной войны в 2016 году на сумму 342 751 рубль 45 копеек за средства экономии. Второе. Управе района Бирюлево-Восточного обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по ремонту квартир инвалидов участников ветеранов Великой Отечественной войны до участников Великой Отечественной войны в 2016 году. Третье. Направить настоящее решение в департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево-Восточного в течение 3 дней со дня его принятия. Четвертое. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. Пятое. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московской муниципальной вестницы и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево-Восточного mwo.ru. Шестое. Контроль за выполнением настоящего решения заложить на главу муниципального округа Бирюлево-Восточного Якову Елену Николаевну. Есть по проекту решения какие-либо замечания? Кто за ко мне решение в целом, прошу голосовать. За, против, кто задержал, принято на голосование.